21 мая стартовал первый тур первенства Свердловской области по футболу среди мальчиков до 15 лет. На стадионе «Труд» свои матчи проводят команды группы «Б». Полевчан здесь представляет «Сайверхот». Свой первый матч они проводят против воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва «Лидер» из Верхней Пышмы. Начало игры для хозяев поля сложилось удачно. Быстрый гол на второй минуте забил Максим Герг, но уже вскоре соперник отыгрался, а на 8-й минуте уже и вовсе повел в счете 1-2. Но затем полевчане взяли себя в руки и сравняли счет. 11-метровый штрафной реализовал Никита Колосов. Переломный момент матча произошел на 42-й минуте. Никита Ратахин вновь выводит Сайверхот вперед, и спустя 5 минут Никита оформляет дубль. Ну а точку поставил Платон Новиков, реализовав пенальти. Итоговый счет в матче 5-2. Сайверхот одержал волевую победу в первом матче первого тура. Ну, первый тайм скомканно начали, были недовольны, конечно, много потери мяча, но коррективы внесли в перерыве, ну и как результат видно, 5-2 счет в нашу пользу. Какие задачи вообще ставите для себя, для команды на этот турнир? Ну, конечно, хотелось бы высокие места, но хотя бы в троечку-то должны попасть, хотелось бы попасть в тройку. Во втором матче футболисты Сайверхота встречались с командой спортивной школы ВИС из Екатеринбурга. И здесь полевчане добились успеха, одержав победу со счетом 1-2. Хороший старт в первенстве Свердловской области для команды из Полевского. Игорь Соколов, Сергей Чижов, новости 11 канала.